Трагедию в Лондоне Нурсултан Назарбаев назвал терактом против всего цивилизованного мира. Такие слова, в частности, содержатся в телеграмме соболезнования. Ее глава государства направил в адрес премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезы Мэй. Президент Казахстана с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели мирных граждан в теракте в Великобритании. В частности, в телеграмме говорится, цитирую, «Это действие расценивается как террористический акт против всего цивилизованного мира, разделяя горечь утраты, выражаю искренние соболезнования народу и правительству Соединенного Королевства, а также родным и близким пострадавших». Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан резко осуждает любые формы проявлений терроризма и призывает объединить международные усилия в борьбе с этим злом. Между тем, казахстанский МИД порекомендовал гражданам нашей страны избегать мест массовых скоплений в Лондоне. По данным руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Ануара Жайнакова, казахстанцев среди пострадавших в теракте в столице Великобритании нет. Медиа опубликовали телефон консульского отдела посольства Казахстана в Великобритании. Номер вы видите сейчас на экране.